12 гривен 20 копеек. Именно столько по подсчетам Минэнерго должен стоить газ на заправках. Причина – снижение оптовой цены, заявляют в министерстве. Сейчас же топливо в среднем продают на 3 гривны дороже. Напомню, в августе цена на газ побила рекорд, взлетев в 1,5 раза, до 17 гривен. Антимонопольный комитет начал расследование, а премьер поручил профильным министерствам разобраться в ситуации. В сентябре цены на газ стали снижаться, и такая динамика сохраняется уже вторую неделю.